позиции игрока можно как бы не останавливаться, потому что это по большому счету была вторая и первая лига чемпионата Беларуси. Вот. Ну, в какой-то определенный промежуток времени был период в мини-футболе. Мини-футболе, футзале. Футзал это, скажем так, если не вдаваться в подробности, то это аналог мини-футбола. Раньше это было, ну, достаточно масштабное мероприятие, чемпионаты мира, чемпионаты Европы. Вот, там, ну, в 2004 году удалось стать чемпионом Европы. Не единожды в Еврокубках участвовал, отборочные чемпионаты по футзалу. Весь мировой футбол идет к тому, что идет на поле локальное взаимодействие в малых, там, средних группах, поэтому игра на этом строится. Но, как мы знаем, футзал, мини-футбол – это четверка, пятерка футболистов. Масса примеров из мини-футбола можно перенести в футбол, и они сейчас наиболее актуальны. Такой период времени, когда это все становится актуальным. Как и в игре в обороне, так и при атакующих действиях. Опять же, взаимодействие троек, четверок, пар. Ну, по поводу тренерской работы, насколько я сейчас вспоминаю, наверное, началось это все в 2013 году. Это футбольный клуб «Баранович», на тот момент он был во второй лиге чемпионата Беларуси. Предложили попробовать себя в качестве главного тренера, ну, согласился. 3 года я там проработал. Команда вышла в первую лигу. Ну, а потом, ввиду там жизненных обстоятельств, пришлось поменять место работы. После небольшого отрезка, так скажем, вне футбола, уже, вновь возобновил. Это футбольный клуб «Луч» был в Минске по приглашению Ивана Сергеевича Пиончика. Ну, вот, наверное, с тех пор мы вместе, наверное, вот уже четвертый год. Стараюсь вносить всегда как-то позитивное все, даже если что-то не получилось. Ничто нас не двигает так вперед, как поражение. Победы могут они всегда притупить чувство такого развития. Вот. А какие-то неудачные моменты, в них тоже нужно искать какой-то позитив и развитие. Поэтому каждый период был по-своему хороший. Даже прошлогодний в Могилеве, в какой-то мере вспоминаю с теплотой, потому что совместная работа доставляла удовольствие, и она была проделана, скажем так, огромная. В футбольном клубе «Баранович» тоже был достаточно успешный, вот, хоть и неровный. Что из позитивного, тоже можно отметить выход в высшую лигу с футбольным клубом «Луч», когда, имея такой небогатый ограниченный ресурс, выжили из отдельно взятых футболистов, там, предположим, и, то есть максимальный результат получили. В высшей лиге отбор помножен на какие-то тактические моменты, наверное, актуален. Вот. В первой лиге организация игры может быть не на таком высоком уровне, но уделяется достаточно много внимания стандартам. Вторая лига сложно сейчас судить, потому что 2010, 2011, 2012, 2013 года, на моей памяти это был достаточно хороший турнир. Сейчас превратился в чисто такой любительский. Поэтому, хотя раньше команды в статусе любителей пытались все равно выжимать, то есть делали там структуру, то есть профессиональные команды пытались ей соответствовать именно во второй лиге. Было очень много дублирующих составов там, поэтому был достаточно неплохой уровень. Это проблема, потому что там пресловутые гаджеты, все эти вещи вытесняют футбол. Вот. Почему мы говорим о том, что
Раньше у нас база двигательных действий у ребят, у детей, у юношей была богата, потому что мы проводили очень много времени там на улице. Мы же бегали по стройкам. Это тоже какая-то нагрузка, там какие-то моменты. То есть постоянно находились в движении, постоянно играли во все. То есть опять же обновляется база двигательная какая-то. Испанцы находят свой подход, там, в Германии свой, наверное. Делают дополнительные какие-то занятия, индивидуальные, тематические занятия, работают с ребятами. Вот. То есть дополняя вот этот объем работы с мячом. Самое сложное, наверное, уметь донести до футболистов, то есть свои мысли. Можно многое знать и уметь, но еще более важно донести свои мысли, чтобы они правильно воздействовали. В общем-то, это тоже определенное искусство. Ну, по первым дням было ощущение, что во-первых, хорошо, что сохранился коллектив, что ребята, как бы, которые были в том году на поле, остались здесь. Это большое подспорье. Никто не сомневается в их некомпетенции, потому что это было сразу видно с первых занятий. Вопрос только в том, что вот именно то, о чем мы говорили, донести свои взгляды. То есть на первых там двух-трех тренировках показалось, что на это понадобится больше времени. Вот. Ну, потом постепенно, к концу даже первой недели уже были видны такие большие колоссальные сдвиги. Долго не запрягали, и ребята все вовлечены в процесс и очень быстро все схватывают. Ну, есть ощущение, что двигаемся вперед, скажем так, немедленно. Вот есть, конечно, какие-то шероховатости. Впереди еще достаточно серьезный материал, который нужно осваивать, чтобы, наверное, приходил на этот стадион болельщик, и чтобы сопереживал, чтобы видел, видел результаты работы как тренерского штаба, так и футболистов, чтобы это все было видно. Ну, предстоит еще достаточно серьезный кусок работы.